Привет всем. Вектор у меня в прошлом видео спрашивал, что я делал. Я делал полумост. Я пытался ERCO 2111, в общем-то, сопрягать ее с квазирезонансным преобразователем. И пытался ее сопрячь с HCPL-ками. Но мне это удалось один раз. И после этого, когда я потратил кучу времени, я прекратил эти попытки. Но у меня сейчас пытаюсь разобраться с одной проблемой. Как только я включаю свою ERCO, вот сейчас я вывожу на открытие 11 вольт, ток 0,1. В общем, что-то она у меня подогревается. Она у меня греется, вот этот сигнал. Все, я отключаю, не буду ее мучить. Суть в чем, что запитываю ее от внешнего генератора. Но она греется. И одна из причин, я не могу сейчас разобраться, то ли это у меня вот эти сопротивления, которые здесь стоят, у них сопротивление около 5 Ом. Возможно, здесь что-то не выдерживает сам драйверок. Такие сопротивления. Будем перепаивать. Я сейчас сижу на форумах. Возможно, кто-то что-то подскажет в комментариях, что делать по этому поводу. Ну вот, я вот пытаюсь ее пока поюзать. Если нет, попробую еще слепить на ТЛ-ке. Но чем мне нравятся вот эти HCPL-ки, у них на выходе 2 ампера току. Вот такая платка. Я вам даже сделал прерыватель, если мне нужна будет модуляция. Вот она на транзике. Внешне, если мне захочется сделать так, хотя в принципе у ТЛ-ки есть своя нога, третья ножка, у которой есть своя, так сказать, сигнал отмены. И потом опять запуск. То есть прерывание можно на ней делать, не обязательно здесь. Ну а здесь я просто сделаю кнопочку, такую симпатяшную. Вот она будет у меня вот такой. И свободную энергию будем извлекать также с помощью этой кнопки. За счет того, что вот этот транзистор просто будем отключать, который просто отключает вот эти первые диоды опто. Этих оптодрайверов. Но они мне нравятся, запускаются очень быстро, легко, красиво, хорошо, спокойно управляют. HBT-шками, MOSFET-ами. Но вот у меня с ERCO 2-3 единицы что-то, какие-то нелады. Вот я ее мучаю, а она мучает меня. Но в следующем видео я сейчас буду рассказывать тогда, что я делаю.